Как вы уже догадались, сейчас у нас начнется серия видосиков про великолепную или не великолепную систему HD-Zero. Сегодня у меня в руках очечки от этой чудесной фирмы. Сегодня у нас будет не обзор, обзор будет и следующее изучение этого девайса у нас будет в других роликах, а сегодня я хочу поговорить про прошивку этих самых очков. Поехали. Для того, чтобы скачать нам файл прошивки, нам нужно зайти на сайт HD-Zero, потом зайти в саппорт в всплывающем окне, нажать download и найти нам пункт прошивка очков. В этом пункте мы выбираем последнюю вышедшую. Это у нас 01.02.2024. Качаем его. Смотрим, в открывшемся zip-файле у нас есть, находим файл HD-Zero Goggles, bin, берем его и перетаскиваем его на флешку. Затем вставляем флешечку в наши очки. Очки также мы включаем и переходим в меню. В меню выбираем пункт «Прошивка» и «Прошить очки». Нажимаем «Прошить очки». Так как я свои очки уже прошил, я нажимать не буду. Вы дожидаетесь конца установки прошивки, затем выключаете очки, перезагружаете их и подключаете дрон, проверить, все ли у вас прошло. Хорошо. Как видим, у меня все прошло чудесно, все работает, все на своих местах. И вообще никаких проблем с этим не испытал. Так что всем пока. Если видео было полезно, ставьте лайкосики, подписывайтесь и ждем новую серию видосиков о системе HD-Zero.